Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я подобрал 10 необычных инструментов из Китая, которые вам точно понравятся. Все ссылки на товары будут в описании под видео. А для тех, кто досмотрит видео до конца, в конце ролика будет конкурс. Если вы что-то покупаете в интернете и думаете, как сэкономить, начните возвращать часть денег с покупок в онлайн. Зарегистрируйтесь в кэшбэк-сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте EPN и совершать покупки, как обычно. Кэшбэк будет начисляться автоматически. Вывести кэшбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты, без комиссии в рублях и долларах. А также вы можете получать пассивный доход с чужих покупок. Регистрируйтесь в кэшбэк-сервисе EPN, ссылка в описании. Резиновый молоток с алюминиевым пером и с 9 различными резиновыми головками. Поможет вам самостоятельно высушить поврежденный участок металла или же наоборот, сделать какое-нибудь произведение искусства. Калибровочный круг. В основном используют электрики для определения сечения проводов, таких как медь, алюминий. А это комплект из 4 свёрел, которые с легкостью сделают для вас пробки или в простонародье чопики для скрепления между собой деревянных деталей без применения гвоздей или шурупов. Набор для выкручивания сломанных винтов, болтов или шпилек, не повреждая отверстия. Закручивается против часовой стрелки, размера от 3 до 18 мм. Сделаны из твердого сплава стали, хранятся в пластиковом футляре. Паяльник с автоматической подачей олова, номинальный диаметр которого может быть от 0,8 до 2,3 мм. Работает от напряжения 220 вольт и мощностью 60 ватт. С таким пистолетом работать намного проще. Проволока из молибдена. Это такой очень прочный металл, толщиной 0,08 мм. Подходит для резки и снятия щека экранов. Для удобства имеются две ручки. А длина этой проволоки 100 метров. Я думаю, с помощью ее можно с легкостью нарезать сыр. А как считаете вы, что можно еще? Напишите в комментариях под этим видео. Насос Клин. Можно использовать для открывания чего-либо, например, автомобильной двери, а также для поднятия тяжелых предметов. Например, двери в одно лицо на небольшую высоту для ювелирной точности разметки расположения петель. Клинов очень большое разнообразие, ну а этот самый топовый по продаже. Насадка на дрель может быть использована как под прямым углом, то есть вертикально, так и под угловым положением до 45 градусов. Основание не скользит, а глубину сверления можно регулировать. Двухсторонний эластичный коврик для резки поможет предотвратить ваш рабочий стол от царапин. Размер 300 на 220 и толщина 3 мм. Имеет различную разлиновку, которая поможет вам точно без разметки отрезать нужный элемент. Клин из высококачественной стали. Подходит для того, чтобы разделить твердый камень, гранит, бетон в определенном месте. А теперь конкурс. Я разыграю 1000 рублей на счет мобильного или же на кошелек WebMoney. Условия: поставить лайк, написать в комментариях, какой товар был для вас самым интересным, и быть подписанным на мой канал, а также на мой второй YouTube канал. Когда на этом ролике наберется 1000 лайков, результаты будут подведены в моей группе ВК. Все ссылки будут в описании. Участвуйте, так как есть шанс, что именно вы, да вы, станете победителем. На этом на сегодня все, а вам я желаю удачи и хорошего настроения.